Добрый день, уважаемые телезрители! Меня зовут Борисова Анна. Сегодня мы рассмотрим методы диагностики глазных заболеваний. Диагностика заболеваний глаз проводится офтальмологом в специально оборудованном кабинете. Современная офтальмология позволяет выполнить все необходимые исследования для точного постановления диагноза. В комплексный осмотр врача-офтальмолога входит визометрия – это исследование остроты зрения. Биомикроскопия – это исследование, которое позволяет нам увидеть детали переднего отрезка глаза на специальном микроскопе. Тонометрия – это измерение внутриглазного давления. Можно его провести двумя способами – контактным и бесконтактным способом. Периметрия – это исследование полей зрения, проводится на специальном приборе, который имеет форму сферы. Электронная тонография позволяет нам регистрировать циркуляцию жидкости в глазу. Выявление аномалий цветоощущения мы проводим на таблице Рапкина. Офтальмоскопия – это метод исследования, наиболее распространенный. Он позволяет специальным аппаратом, офтальмоскопом, осмотреть детали глазного дна. Осмотр глаза с линзой Гольдмана позволяет нам увидеть отдаленные участки сетчатки, а именно ее периферические отделы. Ауторефрактометрия – это определение оптической силы глаза. Также мы в своей практике используем ультразвуковое исследование глаза. Оно является безболезненным и информативным методом обследования. Это далеко не все методы диагностики глазных заболеваний. Однако стоит помнить, что тот или иной вид диагностики вам назначает только специалист. Плановый осмотр офтальмолога занимает приблизительно около часа. Во время первого осмотра мы инсталируем капли, которые расширяют зрачок. И некоторое время у вас могут возникнуть дискомфортные явления в глазу, такие как помутнение, расплывчатость, невозможность сконцентрироваться. Однако все эти неприятные ощущения проходят через несколько часов, а врач имеет полную картину состояния ваших глаз. Поэтому, уважаемые зрители, не пренебрегайте приходом к офтальмологу хотя бы один раз в год. О том, как сохранить длительно зрительные функции, мы поговорим в следующей передаче. До новых встреч!